друзья, приехали в парк по отзывам. Шикарный парк тут в Аризоне. В общем, кто был в восторге. Идем проверять. Гольфисты здесь. Гольф-поле вижу. Машин много, людей почему-то нету. Вот это интересно. Пальмы полулежа. Отчего они так выросли? Пальмы, конечно, тут классные. Животные вот такие. Утки толстые. Вокруг обойдем. Так, так, так. А как тут перейти-то? Что-то я не поняла. Тут не перейти, что ли? Видите, этот парк вообще для гольфистов. Вот так они как с колясочкой ходят. Со своими клюшками. Ну и что, тут вот огромное гольф-поле и все. И ничего больше. Так, может там дальше что-то есть. Ну, вообще тут опасно даже ходить простому человеку, потому что эти летают, шарики, запулит случайно не туда. А что, и это все, что ли? Друзья, у нас очередной прекрасный день. Вчера вернулись поздно вечером после Финикса. Приехали у нас гости. Мы сказали, что ни о чем, конечно, была поездка. Пустая, вот так скажем. Так, сегодня я повар. У нас много гостей. И я готовлю американский завтрак. Говорю, Юля, ты будешь? Американский завтрак есть. Настоящий. Так что для Юли тоже приготовлю. Пусть попробует. Единственное, нету этих бэглс, не купили. Ну ладно, обойдемся. Так, изжарю весь бекон сегодня. Так, друзья, вот приготовила завтрак я. Вот такой. Незатейливый. Все, все утром накормлены. Шли мой любимый бассейн. Тут два их, джакузи большая и очень красивые виды. Солнце уже садится. И мы, ну, чтобы не, оно было не сильное, мы будем сейчас купаться. Ну, немного, 5 человек. Так, все, Юля заплыв сделала. Поплыва, поплыва. Бабушкам. Сейчас будет с ними обсуждать, где яйца подешевле. Ух ты, и на спине, и на животе. Всяко разно. И брасом, и кролем. Сейчас брасом плывет. Вон мужчина какой-то с палкой идет. А, это муж жены. Я думала, одинокий, может. Нет. Занятой, занятой. Тут, кстати, вообще все по парам. Редко увидишь одиноких людей. Мужчина с женщиной постоянно. Сегодня у нас с Юлей был день релакса. Уходим. Вечереет. Все пусто. Мы сейчас накупались, джакузи спокойно насиделись. Юля правильно говорит, знаете, без народа скучно даже посмотреть не на кого. Ой, очки-то надо мне забрать. Как бы это... Удивление у Юли. Она говорит, бабушки сидят в бассейне, а у нас на огородах. Я говорю, ну да.
время. И кажется, что у нас бабушки другим занимаются. Тут такие цветочки, так красиво тоже. Можно здесь сесть, покушать. Сейчас закат будет. Ой, колибри, смотри. Вон на колибри. На веточке. Была, улетела. Летала тут, пыльцу собирала. Как будто мы тут с тобой одни на этом комьюнити. Как в фильмах ужасов. Один остался на планете. Да. Что-то жутко. Так, мы пошли все в ресторан. И вы знаете, одела вот это платьишко легкое, ну, чтобы покушать и не видно было. Кстати, оно такое легкое и расклешенное. Такой цвет у него нежный. В общем, нормально. Пошли мы с гостями, к нам сейчас приехали. И там заранее место забронировали, потому что рестораны вообще заполнены до отказа. Thank you. Nice meeting you. Thank you for lunch. Так, вот с таким видом у нас был ужин. Такие цветочки тут красивые, тоже сиреневые. Короче, тут все с работы Рика, все сюда переехали. Как красиво. Обалденно. Ага, бай. Смотри, какие цветы красивые. Обалденно. Так, я приехала с гостями, уезжаю с Риком на его машине. What's a flower? Unbelievable. Total different trees. Honey, see, this also flowers. Слушайте, столько всего цветет это вообще. Ну, сейчас он и говорят, в этом году как никогда. Потому что дожди были. Друзья, я все любуюсь. Кактусами эти-то ведь тоже цветут, представляете? Пузыри-то эти. Что-то там ползает внутри. Представляете, они тоже набирают цвет. Вот это вот то ли отцвели, то ли будут цвести. И оказывается, за углом-то у нас. Так, кто это тут? Тут страшно подходить. Так, какой-то горох тухлый. Смотрите, они тоже цветут. Прикиньте. И оказывается, у нас тут еще, я по этой стороне-то даже и не ездила, в ту сторону. Оказывается, у нас на участке-то я и не знала, и не видела. Представляете, у нас такие же кактусы на участке-то. С цветами. Обалдеть. Везде хожу, восхищаюсь, оказывается, у нас тут то же самое. Вот это все цвет набирает. Хоть, блин, оставайся тут. Живи. Так, главное тут. Откуда тут вода? Какая-то непонятная. Страшновато мне ходить везде.